Всем привет, с вами GK. Мы, как видите, отправляемся вот к черному входу, который вот там вот находится. К черным воротам, точнее. Вот. Как я сказал, они, да, недалеко находятся. Ну, давайте. 380 как раз 540. То есть 160 нам осталось. Музыка какая-то громкая. Ну ладно, мне кажется, наверное, придираюсь. Вот, ну сейчас, да, будем драться с наложницей. Наконец отправимся в ее покои. И попробую еще успеть две этих пройти. Пошли, потопали. Еще две локации помимо нее найти. Ой-ой-ой. Я не ту кнопку нажал. Короче, да, две локации еще попробовать пройти надо. Жесть. Не люблю я вот это вот. Полеты, пролеты и так далее. Ёперный театр. Я вот про это и говорил. И мы вернулись с самого начала. Так, куда здесь? Фух, хоть тут сохранюсь. Вот это самое классное, просто берет тебя и переносит куда надо. Все. И красное, которое мы еще не открыли, которое предстоит открыть. Полеты, сплошные полеты. Как я уже сказал, получается, после этого я собираюсь собрать достаточное количество для последней силы семян. Ну, надеюсь, во всяком случае, на это. И тогда сможем начать драться. О, супер. С последними боссами. Ну, типа, говорит за нас с Эликой. Ну, давай подумаем. Вот, проломили ей колонну. Супер, сейчас это... Давай, все, бац. В кого он надо ее отправить? А, стоп. Ну что с ней?
any shape to... How much more time do you think we have left? We must keep going. Ладно. Первая часть боя во имя мести это была только, да? Ну тут бы синяя подошла. Благо недалеко лететь. О господи, опять перевороты камеры. Просто из-за переворотов он начинает кружиться. Хотя я вроде сижу просто за компом, ну ладно. Да, конечно, куча разных. Блин, там еще третий уровень. Покоев, ну ладно, разберемся. Сельку опять схватит, я чувствую. Your time is almost run. Armin's escape draws me. Try to do that to me. Давай, давай, давай. Опа. Бам. Еще и провалили колонны. Бам. Давай, давай, давай. Я уже больше половины хп снес. Надо втолкать ее сейчас в эту. В колонну. А, понятно. Эрика выдыхается. Walk into the web or walk away. Armin will clear a path for you. You can leave. Приятно, предложение, но нет. He's the trustworthy type, Armin. He'll just let us go so we can warn everyone he's about to get out. Silence speaks volumes. Ну поехали дальше. Все те же самые эти, как они называются, плиты. О господи. Так, что это такое за мост, интересно? Почему это все в воздухе висит, мне интересно. Вот. Такой момент. Да я и так лечу. Все, последний. А сейчас будет какая-то фигня. Что надо сделать? Попасть по настоящей Эрике. А, господи, я вспомнил. Да, я забыл об этом, что так надо было прыгать просто и все. Я думаю, ты проиграл.
Все, последний удар. Все. Ух, нифига себе. Это хвост. Осталось собрать 135 семян. This, ровно. What carpets? You know, redecorate the palace like you've been saying. I'm not the concubine. She's gone. You're stuck with me. That wasn't an illusion either. Let's get out of here. Короче, пора выбираться, да. Нам еще выбраться отсюда, потому что телепортироваться нельзя. Ну, давайте сюда отправимся, сразимся с алхимиком сначала. Вот я молодец, конечно. Я думаю, только с алхимиком мы успеем сразиться по времени. Потому что пока отсюда выберемся, пока то, пока все. Ну, короче, много всего интересного нас ждет. Но вообще, бой был такой прикольный. Я забыл про этот тест вообще абсолютно, но он оказался реально классным, я считаю. Ну, классный же тест, согласитесь. Есть. Два черных этих закрытые. Some of it was true, though. I do serve my people, and I. Hey, I'm looking for a way out of here without a dark god chasing me across the desert. Right? Don't worry about me, princess. No, of course not. We'll finish this, and then you can find your donkey. And you can get back to ruling your people. Everything back as it was. Just as you want. Well, we haven't finished this yet. Ну, мы такие милашки. Так стесняются. Так, ладно. Пошли. Сейчас по пути еще заодно соберем парочку семян. Не слишком много, но соберем. Далеко просто еще идти. В этом тоже своя проблема заключается. А, нет, не сюда, да? Понятно. Я еще собрать умудрился эту штуку. Как ее? Опять же, семена света, да. А как? А-а-а.
можно перепрыгнуть, оказывается. Вот я. Ух. Нифига, тут пласт целый этих семян. Понятно, надо сбоку обходить. Еще успеется, видимо. Пройти обратным путем и дособирать семена, которые там есть. Потому что вот там раз, там два, три с другой стороны, и вот тут где-то четвертый я только что видел. Ну ладно. Ну, сверху был. Упс. Мы и снова с алхимиком встретимся. Это разве не наложница на меня наслала? Если мы ее убили, разве не должна... Ну, не должна перестать действовать, а? Не то чтобы, как бы, мне это большая проблема. Просто неприятно это мельтешение по экрану лишнее. Мне кажется, у охотника будут загадки еще, как было с наложницей. Ну, с наложницей прям, да, вот эти вот дурацкие, ой, сори. Вот эти вот дурацкие, как они называются-то, господи. Ой, фак. Ну вот, я смысл забился. А, фонтаны, не фонтаны, что там было. Ты был поосторожнее с желанием, ты же знаешь. Ой, блин, это ж побегушки. Ё-моё. Достаточно что-то спокойное. Более-менее, ну ладно. Опять загадки, да что ж такое-то, смотри-ка. Спросите, почему решу загадки, потому что смотрите. Okay, turn it. Give me a hand here. Все, типа, больше не поворачивайся, значит сюда. Так.
turns all of the platform. That's rotated all of them. Так. То есть я правильно подставил. Да что ж такое-то? О, стоп. Блин. Так. Давай. Сейчас не понял, ну ладно. Что-то фигня какая-то происходит. Я думаю, надо там нажать. Просто еще раз. Жесть, мозги не соображают. Нет, ну это нифига нам не нужно, такая фигня. Чуть не достал. Ну ладно, фиг с ним. Сейчас разберемся. Так. Давай, Элика. Да неужели? Я надеюсь, что это двигает вот эту платформу только. Или даже не только, но... Вот, давай. Все. Ура! Сражаться. It is not that you cannot understand, it is that you do not even question. Knowledge enlightens. You close your eyes in blind faith. Я согласен, что знания просвещают. Что ж такое-то? Наконец-то. Зараз. А, я думал, он упадет. Давай, принес. Ой, хорош. Че, это реально прошло? Фух, на этом давайте закончим. Что-то я тут принес. Пока сражался, так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И перед следующей серией, я надеюсь, не забуду об этом. Не забуду. Все.
Я собираюсь... дособирать 45 плюс 45 плюс 45 раз 135. Нужно 3 пройти из 4, которые доступны. О чем я говорю? Из 6. 1, 2, 3, 4, потом 5 и 6. Ну, остальные менее, как бы, трогают, скажем так. Но вот это вот основные 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 на 45. Это примерно 270. Мне нужно собрать 125. Так что еще раз всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующем ролике. Всем удачи, всем пока. С вами был Джекей. Ormaz and Ahriman are brothers, created to balance the universe. Until Ahriman decided to take it all. The cost was terrible, but eventually Ormaz and the Ura trapped him here in the tree. The world was free of Ahriman. It was supposed to be free forever.